Здравствуйте. Сегодня мы готовим суп из гуся. Картофельный суп. Это блюдо марийской кухни. Я его нашел. Во-первых, мне фермер знакомый предложил гусей. И надо было, конечно, поискать блюдо и суп с гусем. И первым, что мне попалось на глаза, это именно вот этот рецепт. Марийская кухня, она отличается тем, что, ну, во-первых, дичь и домашняя птица присутствуют в гусях. И картошки достаточно много. Поэтому вот ингредиенты, которые я подобрал к этому супу, как раз и характерны для всей марийской кухни. Там нет перца, нет каких-то острых вещей. Для этого супа, я сейчас перечислю все ингредиенты, как раз мы подобрали гусь. Я сварил бульон в скороварке, долго варил. И здесь где-то примерно, ну, килограмм разделанной туши, это считайте без костей, вот такая вот примерно чеплашка. Пшено обязательно, картошки достаточно много, 10 штук, вот, и большая морковина, укроп и зеленый лук. Особенностью марийской кухни еще является то, что редко очень пассируется лук и морковь. Значит, бульон я приготовил, положил туда где-то чуть больше килограмм, наверное, 200 грамм мяса, положил туда луковицу, положил туда одну морковь, немного горошкового перца и 2 лавровых листа в скороварку. И варил, повторюсь, почти 2 часа. Так, чтобы потом просто кости взяли и вышли, спокойно отделились, и получилось вот такое вот замечательное мясо. Жир я весь удалил, жира там практически нету, но это сделать очень тяжело. Я его прямо соскребал с туши, с этой, потерпелся, конечно, я ужас. Вчера вечером. Вот. Начинаем нарезать. Я вот такими красивыми дольками нарежу сегодня морковь. Такими интересными кубиками. Один раз мы чуть не попали под раздачу гусиную. Были в отеле в Индии и пошли погулять по территории. Там какое-то было приусадебное небольшое хозяйство, выращивали цветы какие-то, ну, для отеля. И вдруг я смотрю, такое справа и слева две банды такие гусиных нас окружают с Ириной. Это было давно уже, лет 10 назад. Ну, в общем, неприятная история, когда они начинают так это идти таким буром. И такие наглые рожи у них неприятные, эти гусиные. И мне они тогда как-то очень, не очень понравились. Поэтому суп из гуся я варю с таким нескрываемым удовольствием. Мелко, не буду крупно резать. Конечно, подрывает добавить чего-то своего, но ни в коем случае не буду делать. Вот как есть рецепт, в него влезать уже как бы это преступление, считаю. Тогда можно все что угодно испортить, и любую кухню можно извратить. Если вносить изменения свои, по своим вкусовым пристрастиям. Наша задача, нашего коллектива, донести те рецепты, которые нашли, которые нам прислали, которые он пробовал когда-то, путешествуя по стране и по миру. Вот это вот, конечно, интересно. Нарезали картошку, морковь. Ну что, идем закладывать все в кипящий бульон. Все это картошку, морковь, мясо и пшено. Сразу же гуртом. Пошли. Сколько ты этот жир не удаляй, он все равно, как бы, часть его останется. А вот большинство, наверное, процентов там 80-90% я точно удалил. Чтобы вот такой прямо слой был. Это ужас какой-то. Я разгоняю, как обычно, температуру в кастрюле и начинаю закладывать туда ингредиенты. Первым делом закладываю картошку. Вот ее много, хорошо. Потом сразу закладываю морковь. Примерно такими же, поменьше чуть-чуть кусочки, чем картошка. Она поплотнее, поэтому вариться будет чуть подольше. И сразу же закладываю пшено, которое я предварительно, значит, промыл раз 5, 6, 7, пока вода из-под него не станет чистая.
И замочил я его вот уже ну, часа 2-3 как минимум. Я его с вечера замачивал. Поэтому тоже закладываю сюда пшено. И сейчас как только закипит снова вода, там температура понизилась, я не люблю заваливать сразу все продукты, когда ничего не кипит. Как только сейчас закипит, мы закладываем мясо и все, ждем, когда все сварится. Все, уже пшеном пахнет, уже картошечкой, морковью пахнет, все. Я не убавляю огонь, а как только вот это все сделал, чтобы не терялась температура, я сразу же закладываю туда вот мясо, такую тарелочку. Вот она, как хорошо пошла. Все. Вот посмотрите. Все. Сейчас опять, как только закипит, я опять делаю маленький огонь, самый минимальный огонь, и она будет кипеть и вариться до готовности, соответственно, моркови и картошки. Ну, а пшено-то быстрее дойдет, что оно маленькое. А гусь уже, соответственно, весь вареный. Закрываю крышечкой и иду нарезать укроп и лук. О, хороший лук, да чего? Глаза щиплет даже от зеленого лука. Так, ну на 6 литров кастрюлю, я думаю, надо ну, вот столько. Вот так хватит. Ставить маленькую веточку надо. Сюда пусть снимается. Прямо мелко порубить. Часть укропа я закладываю, соответственно, в суп, а часть будем закладывать по тарелкам. Примерно, ну, 3/4 я закладываю в суп, и четверть вот такой пучочек я оставил для того, чтобы разложить по тарелочкам, ну, для красоты и для, соответственно, такого совсем свежего вкуса. Ну что, вот прошло где-то минут 15-20. Сейчас я попробую на соль и на готовность картошки и моркови. Беру чистую ложку. Добавить надо соли. Соли мало, потому что она была только из бульона. Ну, как раз останется, я думаю, что минут 10 до окончания варки картофеля и моркови. И как раз вот за эти 10 минут до конца варки я закладываю зелень, зеленый лук и укроп. Все. И жить стало сразу лучше. Аромат замечательный от укропа и от лука. Ой, вообще. Ну, понятно, деревенский такой суп, картофельный. Особенностью его является то, что не пережариваем, соответственно, морковь, пшено и гусь. Ну, то есть, мне вот так кажется, выбивается. Потому что гусь все равно такое необычное существо. Не в каждом доме оно есть, но зато охраняет, как собака. Прямо. Перемешиваю, ставлю на медленный огонь. И вернемся сюда минут через 15-20. Традиционный вынос. Это картофельный суп из гуся с пшеном. Готов. Ну что, давайте пробовать тогда. Как раз я положил тот укропчик, который у нас остался, и буквально чайную ложечку сметаны. Я думаю, что любители сметаны могут положить, она не испортит, но те, кто не любит сметану, ну попробуйте без сметаны, конечно. Ой, какая вещь. Вкус кремовый, такой сливочный. Пшено очень хорошо действует, но оно мягко-мягко тоже так приходит. Зеленый лук чувствуется тоже в меру. Не сшибает, а прямо вот в меру. То есть все нормально. Пшено как бы растворяется, делает суп сливочным. Сильно оно не доминирует, сразу говорю. Чуть-чуть смахивает на вкус тушенки, мяса, самого гуся.
такой говяжьей тушенки. Но очень вкусно. Мне очень понравилось. Я очень доволен, потому что первый раз делаю такой суп. Считаю, что его нужно обязательно приготовить. Я думаю, вы не останетесь разочарованы. Смотрите также в ближайших выпусках еще один суп картофельный, только немножко по другому рецепту, с зеленью. Он сейчас доходит на плите, поэтому рекомендую посмотреть еще и второй суп марийской кухни. Спасибо. До свидания. Будьте счастливы и здоровы.